Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как сварить из гречневой крупы рассыпчатую гречневую кашу. Нам потребуется 500 грамм гречневой крупы, 800 грамм или 0,8 литра холодной некипяченой воды и соль. Варить гречневую крупу лучше в металлической кастрюле. Гречневую крупу мы предварительно помыли и переложили в кастрюлю. Налила в кастрюлю 800 грамм воды. Очень важно соблюдать пропорцию на 500 грамм крупы, 800 грамм воды. Если вы будете варить кашу с меньшим количеством крупы, то, соответственно, посчитайте пропорцию необходимой вам воды. От этого зависит, будет ли каша рассыпчатая. Поставили на огонь кастрюлю с крупой и водой. И сейчас посолим по вкусу. Я добавила неполную чайную ложку соли, все перемешала. Накрываем кастрюлю крышкой и даем закипеть. Потом крышку надо будет немного приоткрыть. Вода в кастрюле закипела. Я приоткрыла крышку, чтобы она не подпрыгивала у нас на кастрюле. Совсем крышку снимать не надо. И сбавила огонь. Прошло 12 минут, как варится наша каша. Как определить в конце варки, что гречневая крупа готова? Ложкой делаете ямку до дна. Если нет уже воды на дне, сразу же выключаете кастрюлю. Ваша каша сварилась. Время приготовления на электрической плите может отличаться от времени приготовления гречневой каши на газовой плите. Наша каша сварилась. Огонь мы выключили. Но еще минут на 5 оставляем кастрюлю на плите с закрытой крышкой.